В нескольких районах области прошел ураганный ветер. По данным специалистов областного департамента ПЧС, порывы достигали 20 метров в секунду. В результате сильного ветра произошел срыв кровель 5 объектов в 2 населенных пунктах 2 районов области. В селе Мичурино сорвало крышу со здания частного детского сада, а также жилого дома по улице Восточная. А в Бурлинском районе, в селе Каракудук, пострадал дом культуры и 2 частных жилых дома. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Ущерб от стихии сейчас подсчитывают.